И снова здравствуйте! С вами я, Брусенский Геннадий, участник слета международного салам-бача. Сейчас я вам покажу очередной ролик, который я снял на юбилейном слете. Он будет о самарском лагере в основном. В этом ролике я преследую цель показать встречи людей задолго перед слетом, какая кипит жизнь в Шуравистане задолго до официального открытия слета. Этот ролик рассчитан на людей, которые хотят приехать, ну как бы не решаются. И мой вам совет: приезжайте раньше. Я многих там встречал, помогал обустроиться. Я там не один такой. Все люди, которых я вам покажу, они все одной крови, всегда помогут, накормят, помогут разместиться. Там с первой минуты чувствуешь себя, что ты попал в свою тарелку. Смотрите, ну предупреждаю сразу, проскакивает лексикон афганцев, не всегда нормативный, поэтому я убираю все, что могу, но иногда проскакивает все-таки это. Жизнь простых людей, которые просто счастливы, что они опять в Шуравистане, они опять среди своих братьев и сестер. Всем привет! Сегодня светлое воскресенье. Христос воскрес! Уренгой, 2019 год. До слета остается все меньше времени очередного. Милости просим на землю Шуравистана. Вот, смотрите, что я вам покажу. Салам бача! 7 августа 2018 года. Вот, за два дня до слета уже делегаты первые забили места. Вот тут вот еще идет огораживание территории. Послезавтра будет открытие слета торжественное. А пока потихонечку народ подтягивается. Завтра основной заезд будет участников. Малую сцену вынесли немножко дальше. Поставили две палатки большие с кроватками, с матрасиками. Вот как-то так. Строим жилище. Получится культурный домик. Выключать! Не надо! Вот мы построили хату. Сейчас накроем тентом. Будет все вот так вот. Гостиница. Милости просим. Ну ни хрена себе, Гена, ну, тут так, суетится. Да, это самое. Да. Они там уже на массаж записываются. Ну, там уже ага. Заставили уже, блин. Орлы, блин. Бесплатную, блин, нафиг. Мы устроим тут массаж кое-кому, да? Да, да, да. Чего я зря хату такую устроил, Серега? Да. Зацени, заглянь туда вовнутрь. Так вообще, я тут трехкомнатную могу сделать или двух. Йо! Дворец, блин, нахуй. Дворец. Даже большой заходит, дворец, чуть-чуть, да, согнулся. Вообще, да. Жена. Лампочку повесить там. Еще ништяк будет. Кровать двуспалка. А ты тоже сегодня приехал, да? Да, сегодня. Часа два, наверное, назад. Да перед тобой я встречал. А там ты стоишь, да. Потом уже, говорю, глаза протёр, разобрался. Ну а что, ну, прилетело сообщение. Давай отвечать. Пока, блин, очки снял, одел.
Кадры повторите. Нормально. Счастливым прибытием. Здорово, Коля, здорово. Ну, с приплыздом вас. Спасибо, спасибо, спасибо. Федорович, здравствуй, за работы. Салам, Геннадий. Ох, ё-моё. Собака-то так лает. Так, а вот это сними, сними, сними. Привет, привет, Игорёк. Я не женат, мне все равно. Возьми, сними меня. Начинается. Ну как, красоту Галину не поцеловать. Вот, ну, смотри, ну, сюда, не надо жать ничего. Вот, смотри, сюда видео идет. Здрасте. А по перепискам, по перепискам. А что так? Конечно. А что, мы в прошлом году не виделись? Как, виделись? Вот. Я не за год, то. Год не виделись, да? Все, всем почти привет. Что, вот, как Калинюк сказал, лучше бы ты не уезжал отсюда. По-моему, я тебя вчера, говорит, тут видел. Так, в нашем полку прибыло. Ник, да перестань ты. Чувал? Ник. Чувал? Молчи. Скажи, почему не продают мороженое? Потому что продают там медведей. Я нельзя фотоаппарат остановить, телефон остановить. В кафе захожу, я говорю, ребят, мороженое, нет мороженого. Выхожу, объявление. Продаются медведи, обращаться по телефону. Я шарил, я хотел сфотографировать, сейчас оставил телефон в машине. Я говорю, я сижу тут в офисе, смакую, думаю, сейчас приедет мороженое. А мы сейчас Так. Пошли. Пошли, это самое. А тот Серега Никишкин не видел никогда, обнимается. Какой у тебя? Samsung? Китайский, хуй вам называется. Ну а что, это ж китайцы. Уже баню? Уже сегодня? Я уже сыт, я сытый вообще. Так, вот две тарелки. С собой возьми, кушай, с собой муки. Смотри, потом будешь баранить. Вилка там. Ложки, иди. Там все. Видишь, как отражает, как зеркало. Радик, ложки. Радик, нам. Ничего не надо, Брэдюк. Ни вилки, ни ложки, только... Дайте мне водки. Водки, дайте. Какой водки? Вот, нету вот, водки. Вот холодной, холодной. У нас натурпродукт. Да. Холодный. Нет, это. А то 1500 км. Ладно. Тут за рулем, блин, какие. Ну, завтра, ваш завтра уезжает, да? Да, мы завтра уезжаем. Ну, там два водителя, они так. Ну, вот, но полегче будет. Славку мне звонил, как мы в 7-м ночевали. Звоните, прошу. Чуков не будешь, что ли? 140, 150 машин. Что найдете? Правильно. Вот. Вот рыба тут запеченная. Что тут это? Галь, ну постой, возьмешь ты. Посудка. Маленькая. Год прошел. Нормальная посудка. Да, год прошел. И чтобы еще не последний. 10 прошло, да? 10 прошло. Ну, у вас 10. За юбилей! Ура! 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 Вперед, в трубу. А ты со второго начал приезжать? А? На что?
А почему? Ты говоришь, Сергей, нет. А ты второго начал сюда приезжать? Зачем? Надо сказать, мы поздно. Вы когда сюда приехали? Зачем? Мы с тобой в каком году приехали? В 13-м? А, да. 13-м? Это с 5-го года был. А? Нет. Мы с 9-го начали. Нет, начался вообще, когда ты с вами? 9-го. 2008-го. Ну, 10-й сейчас, 18-й, 8-го. 9-й, 10-й, 11-й. Мы на 3-й год приехали. На 3-й год. Мы на 3-й год. На 3-й год. 4-й, потом 5-й юбилейный был. Нет, мы еще потом раз ездили. А Саша Тюлин все. На 3-й, на 4-й, ездил? А на 5-й мы уже здесь с Костяном хуярили. Мы вот начинали, я бы тоже не знал, он ко мне не приехал, я после операции дома лежал. Ну как операцию сделали, я две недели отвалялся и дома. Зачем? 5 юбилейный он был, сколько таскал еще машину? У меня лишнее кишку выкинули. Вот самый главный Саламбача у нас. Привет. Мимо проехал, а я думаю, эх, вот так она, коза такая. Я-то издалека еще видел там. Мне послали на какой-то пост, оказывается, там... Именно, да. Который наш первый был, 9-го года, блядь. И так я его не нашел в этом году. Кого? Помыл, что ли? Значит, сюда Ферчева. Я в гараже нашел. Только что вышел, что вы, СПН. Я с кофтом на караван ходил. Бакшиш. Тут волгоградцы арбуз режут. Ульяновская. А на камеру можно без матов? А я не ругался. Слово не сказал, клянусь честно. А я что, обратился к Володе? Нет, ну обычно сразу все на меня смотрят. Нет. Не может, надо. Ну давай раскрывай, хоть посмотрим, он внутри. Красный нет. Рано, то у меня пленка кончается. Красный. А ты скорость смени. Не могу я скорость сменить. Мне качество. Не вышло. Вы в самом начале были. Еще не было там небо устроено. Да, шо? Я могу и сырой съесть. Сейчас я поем и Лен, попробуй сначала. Ой, нет, я не буду. Нет, готов, наливай. Попробуй. Да, готово. Ну. Горячий. Ага, народ чашками потянулся, значит готово. Не только с чашками, еще и со стульями. Вот со стульями это правильно. Когда мы ехали в дороге в 13 году. Мясо проси, мясо, че рис один. Генки. Давай еще. Не, хватит. Чеснока положи. Видел. Я положил. Видал у людей какие чашечки? Не верю. Я опять мою жопу не верю. А ему просто это нравится. Он возбуждает. Так, а хозяйку, Игорек, ну что ж ты забыл-то совсем? Год ждешь, блин. Давай так сбоку встанем, чтобы нас было видно. И охладишься. Молодцы. Дальше пойду. Так мне за тобой идти? Да, не выключай. Ногами не болталось. Там уже бутылки расставили как раз. Саш, ты сделал? Я успею. Я говорю, ты с спины узнал. Большой брат. Это наш мой знакомый. Салам. Съемка. Немецкий. Сейчас дам ему пизделянку, да?
Он нам нужен. Глазам не видит. А я верю, блядь. Сколько мы с вами, братуха, не видели. Ёбаный в рот, бля. Я сейчас слышал, как вы видели. Костик, не матери, себя снимают баба. Для истории. Здоровый, бля, кабанчик, блядь. Бля, я не верю, что он. Ты восстановись, матом. Ты хоть обрешись. История без этого не бывает. Да уж мы поняли, как мы сюда ехали. Ну лет пять. А где мое пиво? Ну лет пять не видно. Почему мы с тобой, сейчас тебе скажу, мы 3 года назад с тобой, в 15 году в этом, в Самаре сидели. А мы на первой. Такой тут первый раз? Сними меня, пожалуйста, сними. Мы грязные, вонючие. А еще? Да и хуй с вами. Да я видел, что я знаю. Как-то, блядь, я же... Молодцы, ребята, блядь. Смотришь, завтра рыбой грязь. Слушай, а эту разбудите... Юра глянул так-то. Рёга. Гена. И будет этого, подожди. И вот разбудите. Да поезд, поезд. Гоча наш, дорогой человек. Умер нахуй, палат. Давайте, салам, батя. Ребят, всем салам. Салам. Всем здоровья, всех приездов. Дали, поехали. Давайте, да. Давай. Я с вами. Что ты на агент-то, блядь, погоняешь? Я не понял. Трутень, блядь. Он делает очень полезную работу. А что он, скажи, мне тарелку, да? Команда была дана, взяли и выпили. Вот. А где твой гость? У меня есть. Смотри. Я вот. Я вот. Смотри. Смотри. Понял. Смотри. Я тоже, я поговорку очень часто пользуюсь. Едим. Вот так у самарских птички несутся. Приносит уголок. Серега. Уголок. А соль есть, а? Соль? Да. Во Франции он стоит. Главное, евро, блядь. Кто варил хуй, а можно без матов на камеру? А уже нет. Там 18-18 плюс еще пересылка. 35 евро. Ну да. Я буду, а как ты сделаешь уговор? Я улегко. Ай-яй-яй, не закрывай, не закрывай. Поздоровайся. Ай-яй-яй-яй. Вот это что в этих было, в обсуждениях, там шурпа от Почивалова. Пожалуйста, полковник Почивалов, прошу любить и жаловать, готовит. Лучшую шурпу на поляне Шуравистана. А за что губу дали? Я уезжаю, сейчас привяжу. А, чтоб не сбежал, не остался тут на поляне. Так. Я сейчас буду бегать, может быть, того, не это самое. Это, кстати, первые приехали сюда, самарские. Мы да, я их сфотографировал, уже в газету вот привез. 4 дня бичевали, да. Эти люди меня кормили, вот женщины сидят. Копили. Все. Теперь я хочу, чтобы ты смачно меня вот сюда. Зачем ты здесь? Ну-ка подкрасить. Нет, сейчас нормально. Не ох, есть. Отпускаю? Отпускай. Слушай, у тебя много мяса, дай мне, подожди. Да ладно, не трогайте вы людей-то. Сереж, тащи тарелку, на, я тебе кину. Ну что? Галь. Сережа. Не присаживайся сюда. Мне жиденько. Слушай, а вот не надо было. Спасибо. Говорить. Теперь иди сюда со своей тарелкой. Ники. Андрюха, слушай. Мы думали, как твой стол собирается. Консилиум ничего не решил. Нормально, сейчас я сейчас на ногу, хватит. Нам нужен был конструктор. Мы хотели его в глаза посмотреть. А ты на 2 дня или на 3? А шуруп-то хоть взял? Завтра, говорит, уеду. Шурупу у него, да? Вы мне скажите, у нас какая ситуация сейчас с холодильной техникой? Пока складывайте сюда. Подъедут остальные, туда заложатся. Потому что ситуация какая, сейчас объясню. Значит, у меня лежит... сколько там галь мы брали? Килограмм 7, наверное, мяса. Ну, не говядины. 10, наверное. Да, не мороженое вообще. И барашек, маленький барашек, перемороженный. Короче, смотрите. Перемороженный на полку. То, что у нас в морозилке
на полку, а то, что охлажденку мразил. Ну, я предлагаю Толику, блядь, у них 6. Нет 6 там нахуй никакого Толика, блядь. Не надо никуда, пусть все у нас, ну, лежит. Дай, ну, смотрите, нет, короче, нет, что-то принесу. Мы 2 дня морозы. Нет, так они мороженое служат. Проблема 10 литров привезли. Да, нет, если целый день трактор, пусть работает. Ты сказал, да, встань, сегодня пришел туда встать. Решил здесь, как мороженое. Ну, как перекресток, пошел в аэропорт. Я так и знал, что ты его не бросил. Я в гости буду ходить. А куда денешься? Да ну так вот, видишь, застегнулся по-партизански. Выскочил с машины, а карман... Чтоб не залазил. Да, карман перерезал. Нормально добрался. Да мне тут здесь еще 80 километров, я тут раз и все... Все, блять, а эмоции, как будто не знаю откуда ехал, да? Скажи, Ген. Это уже не заявлено. Серега Никишкин. Это Паша с тобой. Валерка раз. Ну что, рука твоя зажила, братан? Да, мы 10 тысяч таких вырастим. Вот как они, на скорую руку. Оба. Никон? Конечно. А я что за чувак, блядь, здесь? Я что за чувак, блядь? Блядь! Фурвет! Эй! Фурвет! Кусочек сыра. Салам, брат, салам. Эй, ты художник, мой оперативник. Здорово. А? Только не прижимай, мне уже один прицел прижал. Один вот этот прижал. У меня сейчас помещается между рулем и животом кулак. 7 килограмм. А сколько поместится между краем живота и позвоночником кулаком, блядь? Опять одни и те же рожи. Одно и то же. Как будто не уезжали. Одно и то же. Привет. Дорога, дорога. Ну хорошо. Бля, я еще хотел веник взять. В баню упали. Плетки. С дороги в баню вперед. Бля, мазохистов, бля. Плетку там, бля. Бля, вообще. Так, ну мы с тобой сегодня курить не будем. А Тимаров, средства. Есть. Пошли. Сейчас с тобой пока. Ничего, Ростов, разбирайте, пока все это придет. Не говори, как я решила это. Так, слушай, ларь едь, шнур едь. Теперь в Шуровистане есть баня. Такого еще тут не было. Походная банька. Блять, об дерево чесался. Вон оно лежит. Спина чешется, да? Бля, слушай, а я не облазил случайно? Нет, еще. О, ну слушай, не облазил. Гена, хватит. Он, видишь, он камеру. Режиссер, у него, да, у него работа видите? Такая. Он ест арбуз и Гена. Снимает, все. Мне сказать, что ли? Да, только алкоголь нельзя, сейчас тебе вкусненько втихаря. Да. Как это ему алкоголь нельзя? Потому что после когда бани у него еще сердце стучит сильно. Никакого алкоголя. Я кайфую, я сегодня кайфую. Блин, осы прям на Андрей, это уже точно. Покрепче ведь, да? Она по градусу такая же, но это здесь спиртовая основа. Ну как бы. Вот это, чувствуешь? Я сейчас пойду. Она пьет уже хорошо? Я называю... А мы пьянее. Как баня? Замечательно просто. Ты сам себя что-то там бил? Да. Бля, а мы думали, кому там таким вздохи. Блин, ты сам себя хлестал. Сейчас оттуда выйдет женщина. Володя развил эту тему. Оттуда сейчас женщина выйдет. То кого? Девственности. Не сколько? Ну, может быть. Или мужественности. Я считаю, лучше мужественности летаю, да? А там вон там попало, наверное. Какую? Самая, да, это я прошу.
Володя обещал отнести. Кого? Не надо. Лису надо, туда, за брусчатку. Вот так пахнут банькой. Сейчас пойдешь. Сейчас тебя родец потрошит. Андрей! Взбудоражит. Тухлое мясо надо за раками ночью идти. Очень вкусное. Спасибо, Андрей. Сейчас он тебя повернет. Лен, сейчас он тебя повернет. И так. И вот так. И вот так. Вот он-то сознанием дела рассказывает. Предлагай, предлагай. Недорого, да? Ишь ты! За оружие копейку надо давать. Да. Ой, да мне даже 5 копеек не жалко. Класс, Андрюш, спасибо. Спасибо. Утро встал. Куда это? Я только на кухне теперь. Я, конечно, из бухгалтеров увольняться не буду, но они теперь тоже мои. Вот не только Гена Брусенский теперь, еще и я тоже вооружена. Теперь ко мне точно никто ночью не придет. Даже собака. Все, здорово, класс. Нет, ну смотрите, видите, какой красивый упаковка. Да, шикарная штука. Вообще, отлично. Рукоятка, здорово. Радик. В ожидании завтрашнего дня. Стоять, стоять! Жизнь идет, как горы. С приездом, красавица! Здравствуйте. Девчонки, привет! Привет! Меня Миша зовут, если что. Меня Зоя. Ой, не запомни, все равно потом познакомимся. Ладно. А ну-ка меня сними, сними, сними. Видео идет. И солнышко. Потихонечку делай. Петров! Я! Сидоров! Иванов! Привет! Отлично! Молодец! Ты послушный пахет! Привет! Волосатый! Саня, а ты один, что ли, шел? А где фамилия? В тюрьме его же посадили. Да ладно, вчера. В Атляне его закрыли. Давай, он дедом стал. Вчера 8 утра, второй раз. Вот моя мнение. Это Коля, Богомаз. Это Зоя, это Александр. Что скромный? Очень добрый Богомаз. Еще в процессе. Девчат, с этим человеком теперь через каждый час будете обниматься, целоваться. Говорю, что все приехали. Пошли, сейчас пройдемся, посмотрим где. Сейчас покажу, смотри, где захочешь, там падать. Сейчас, да. Мне нравится. Пока место. Здесь мы первый приехали. Там еще сейчас. Это лучше. Как говорил, мы тянем Женщины Шуравистана показывают пример, как расчленить тело. Тело барана, заметьте. Ну, я слышал, многих баранами обзывают. Ой,
работает, но они будут ответственны. Они, правда, зато питерские, такие культурные. 9 часов не спать. Ты зачем снимаешь на видео все, что я говорю? Я не снимал, что ты говоришь. А тебя кто опять поцеловал так красиво? Это автограф, чего? Кто при немцах жил, тот и сейчас живет. Подожди, это я так снимаю. Дикий козел. Дикий козел приехал. Совсем дикий? Сычелов. Совсем дикий, да? Совсем дикий. Слушайте, вы то афганца сюда притянете, то козла дикого. У вас вообще стоянка шикарная очень. Еще откормили? У вас одни раритеты тут. Мы могем сейчас залежать. Ну давай, что-нибудь покушать. Как-то. Приятного аппетита. Я только у Первомайских покушал. Это айран? Молочка вот это что стоит? Это кумыс. Сейчас попью, попробую. Может прорвет. От кумыса может прорвать? Еще как. Пробку может. Так. А если тем более еще... У тебя наряд? Всем приятного аппетита. Федорович. Ребенка родил, блядь, налог платил, блядь. Квартиру купил, налог с какого? Тебя сегодня можно снимать? В магазин пошел покупать продукты, да. Налог платил. Ой, Россия, я хуй. Награждали этого в спортивном костюме. Алин, приятного аппетита. На кафе, на двери висит А4 формата на печатном компьютере. Продаются медведи. Звонить по телефону. И там 9-значный номер телефона. Реально, вот я говорю, в Бузулуке. На бизнес. Я единственное не сфотографировал, потому что это сам телефон был в машине. Вы к этому приложите, сфотографируйте сюда же. Я обратно буду ехать обязательно сфотографирую. Я выставлю. Нет, ну мы-то по-разному. Мы-то по-разному. Слопа. Я как-то... Галин, до 2 часов ждал вчера. И потом пошел Лех. А кого ждал? Тебя кого? Кинжал положил, все. Это я девчонкам открыла, говорю, она вела. Да, да, да. Это наливка. Это наливка. Это наливка неправильная. Он ее как называет? Спотыкач, спотыкач. Это спотыкач, а мне он другую наливал. Андрей, а ты мне вчера какую наливку наливал? Дешневую и сливовую. Правильное название. Про ноги, раздвинь ноги. Раздвинь ноги, вот. А Гена Брусенский меня не дождался. Ты не знаешь, где я ночью была? Может, ноги раздвигала? Вот вариант, вариант. Что такое? Гал, ты еще насчет бани с кем-то договаривалась? Насчет бани со мной. Я все с Почеваловым вот делаю. Я теперь все с Почеваловым, да. А что, он приехал, что ли? Почевалов? Да. Андрюх, ты приехал, да? Да, здорово, Галка, ё. Класс вообще, да? Да. Здорово. Короче, все ролики я буду начинать с ваших встреч. Это хорошая идея. Ген, ролик один, это, смонтирую такой, приезд Почевалова, и вот они все по пустыне, да? И Серентеевой. Все приезжает Почевалов. 7 дней. Так и денешься.
А в конце ролика вопрос. А куда почипало? Просто я уезжал. Да. А было и почипало. Ну что, бача, как борщ бузулукский? Вкусный. Слышишь, нет, я ножик потерял. Че? Ты Ларе ставил открытым, да? И коробку было лень поднять вот, тебе. Да ты че? А, это он. Да. А свой я еще не доставал. Да. Я и не хочу. Живая. Валер, чувствую, я зря ты с палатки вышел. Лучше б ты без борща был. И так все равно для меня живется весь день. Совесть маленькая, имеется. Больше лень. А лень полную. Лови, да? Да. Вот. Краев проливи. Да я тоже не люблю. Вот. Ну куда там такой под полный? Там и два раза не будет подходить. Подойти на выстрел. Радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и прощальный праздничный салют. Вместе мы народ, и радость моя летит, и счастье мое поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне, это нас хранит и лечит. Таможня меня здесь там. 652. Так, наркотики с собой везете? Завезу. Вот уже булочки с маком. Я уже думал. Оружие, кончи, нож, удостоверение. Я думал, Почевалов рассказывает. Умник, пошли со мной. Тоже так рассказывает. Самогон, пилот, вот, женщина, это прям здорово. Кого в соль? Пока. Проехали. Ты же говорили все равно, не мало ли много. Ну да. Давайте, да. Спасибо. С днем рождения. У меня сегодня день рождения. Да. Там написано. Да. Презент тебе. Тару сдать, пожалуйста. Юр, да бери что-то. Да зачем тару? Вон она. Наручники хорошие, спасибо. Это придется на самом деле еще использовать. Ты не используй у нас тут сейчас. И вновь возвращаемся в Россию. Город Волгоград представляет человек, который нам дарит все время не только спецэффекты, но все новые салюты по окончанию слава нашего фестиваля. Слава КПСС! До того, что мы приглашаем и вам слава. Андрея Почевалова, город Волгоград. Два человека споют еще, потом... Добрый вечер, Полян. Федорович, давай! Ребят, мы все знаем, что одним из самых боеспособных и боевых подразделений на всех войнах, которые достались нашему поколению, будь то Афганистан, будь то Чечня, будь то Таджикистан, были отряды и группы специального назначения. Именно им посвятил свою песню Михаил Калинкин, которую он так и назвал. Его Величество – спецназ. Бежали, прыгали, летели, вставали, падали, ползли. Часы тянулись, как недели, секунды длились, словно дни. Вперед и вверх вела дорога, через Афган, через Кавказ. От моего ведь названия Бога, Его Величество спецназ. Его Величество спецназ. Мы разговаривали с ветром, мы догоняли миражи. И на подошвах километры
соизмеряли нашу жизнь и неприступные причалы, дрожали после наших фраз, когда мы вслух обозначали его величество спецназ, его величество спецназ. Узлы, которые рубили, навряд ли было развязать. И женщин, что недолюбили, мы просим вытереть глаза через засады и подрывы, сквозь свист его дурацких фраз. А мы с тобой, братишка, живы, его величество спецназ. А мы с тобой, братишка, живы, его величество спецназ. Андрей Почивалов. Город-герой Волгоград. Watch out!